Летучий дракон может планировать на расстоянии, равное половине футбольного поля, и бесшумно пикировать вниз, демонстрируя прекрасное приземление. Свободные кожные складки по бокам ящерицы раскрываются в пелеину, которая крепится на ее ребрах, давая возможность ящерице парить. При этом летучий дракон неповоротлив на земле, и обезопасить себя от хищников может, лишь ускакав прочь.